Хила, он так, ты слышишь? Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Посмотрим, как ты диспелишь. От этого зависит, получит ли нас или нет. А, у тебя диспелишь уже... спустя 3 секунды после того, как повесилась чума. Неважно, выбежал человек или нет. Все просто. Ну, просто на кого бог пошлет, кидаешь диспель. Все. На пол также на Белина. Да будет так! Герои в атаку! Он тем цветом показывается, вот я понял, в чем я увидел. Мажем босса. Появился трэш, про товар уже можешь и набивать у него огром. Он появился шаркай. И с РГД зоны мелкий трэш. Мана клоута, поноси. Вот сейчас я хорошо вижу чуму. Не странно. Смотрите внимательно, сейчас снова будет чума. Куртак хан. Надеюсь, мы переведем доктора в шахаря. Отлично, перевели. Давайте на край. Есть. Да. По духу. Есть бафы по шаману? Скул. Каску у нас, по-моему, враг дает. Диспельтис. Если каски нет, то креста тоже. С дает хунта, каску враг. Знаете, каски, каску и крест по шаману. Это классно было. Да, это не мама так бывает. Перебежали. Все стоял в звездочку. Я всем звездочку. Плевайте, дужу крутые. Сейчас будет осквернение, надо будет его вынести. Смотрите внимательно. Александрия. Отлично, видите в центр. Стоял звездочку. Осквернение вносите. Влево, влево к порталу, где мы появлялись, когда сюда пришли. Влево будете носить, вот там, где Баркателла сейчас прибегает. Горит, соответственно, смещается вправо. Ну, враг, естественно, побежал не туда. И по валькам. И дальше. Дальше еще лича веди, потому что тут мало места, там бежимся за скорней. Сейчас опять завьются все. Тут рога зависит. А тут уже перевели, перевели на край, всем на край. Отдайте мастера, пожалуйста, те, у кого... Чё там, дамаги стало невероятно много. Даже не думал. Дим, можно ману? Там мана есть. А... Давай, Юленька, ой, гем на ману, пожалуйста. Ставь тотем. Шаманы, все ставьте тотем.
Байронт может его убить? Нет, нет, он будет. Вот Ранджа, ты здесь? Плюс они в рейте, если ты тут, то не нужно тебя брать. Он вылетел. Куда бейте там? Стоим здесь, добиваем духа. Сейчас он заберет в комнату человека. Надо будет сбить каст. Отлично, не знаю, что он делал. Зачем? Скверление, смотрите внимательно. Вынесите скверление. В сторону, драгни. Начнем лича. Протовар хлопает духу. Прожимай что-нибудь, когда хлопаешь. Чего-то, наверное, нет. Сейчас будет искорение. Смотрите внимательно, не залейте. Его в центре шаманинус. Отойдите от него. Убедите сюда, в духу, подальше. Убиваем. Че, могу я убить сейчас? Он сейчас духи убьет. Давай посмотрим, как диспелил. Нормально сейчас диспелили. Вот отлично, у нас полипал начался диспелил. Пользуя трейдер. Это лучше, что ли? Не знаю. Шаман, да, цепуху как диспелят, так и диспелят, но уже обновляет щит земли. А Тарантора это кто, Джерин, что ли? Нет, Джерина тут нет. Оказалось, он такие ники придумывает, Тарантору. Классный. Блин, там сын небольник. Что? Да, может научиться потом хилить. Через месяц, два, три. И превращать в воинов плеть. Давал, короче, фурик на 4,5 куска на 7 древности. Потом танчил по товарам. Ну, я один раз убивал уже, да, что про товаром танчил. Бой раз 10 оп. О, 25 оп. Раз 10 оп можно, да. Давай. Вы рады, что крик? Погнали, рейс 25. 25-ку нафиг. Да, погнали. Пятку собирать запаришься, я эту целка собирал, блин, больше часа. Давай я попробую собрать. Если сейчас народ никуда опять не убежит, то можно вообще по-быстрому. Участим жрейдом, ну. Ну да, можно по-быстрому. По-быстрому, как эта целка, да? Да. По-быстрому. Ты сейчас мордой от тарелки, что ли? Кстати, вступайте в гильдию, у нас в серии такие. Слышь, ты говоришь, что по мордой в тарелку, но уже устал, что в мордой в тарелку. А как это вы уже так вот восстали? Ну да, по-быстрому, блядь, и мордой в тарелку устал. Не знаю, что у вас там за фантазии, потому что вы там мордой в тарелку. Я просто прикинул. А, плотно, плотно. Плотно это то, что сейчас носилось было. Вот это плотно. Еще кель упал. Вот и кель.
А, коты. Махила вижу, да. Все равно, наверное, один рулит. Может он на оф тоже? Все пускай паролит на оф. Так. Это надо кому-то ханты. Ну там гортак рулит. Этот покоритель.